Привет, друзья! Ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали! Фрукты и овощи являются одними из самых полезных продуктов питания благодаря содержанию витаминов. Но не все фрукты можно есть сырыми, что нынче так модно делать. Вот 7 фруктов и овощей, которые должны обязательно готовиться перед употреблением. Зеленые или неспелые помидоры. Все зеленые части растения помидора токсичны, потому что они содержат солонин. Это вещество, вырабатываемое растениями для борьбы с грибками и паразитами. Помидоры, которые еще не созрели, содержат до 32 мг этого вещества, а уже 25 мг его очень токсичны. Кроме того, перед употреблением в пищу помидоров необходимо вырезать плодоножку, так как в ней также содержится солонин. Обычно ее вырезают просто потому, что она жесткая и портит вкус помидора. Для человека и животного солонин токсичен даже в небольших дозах. Отравление солонином проявляется такими симптомами, как тошнота, рвота, боли в животе, головная боль, панкреатит.